44 многоквартирных дома в Омске, в которых требуется срочная замена лифтов, останутся без ремонта. Подъемные машины находятся там в аварийном состоянии. Жильцам уже приходит напоминание не пользоваться подъемниками. Любая поездка, предупреждает коммунальщики, может закончиться трагедией. Почему затянулся процесс замены агрегатов и чего ждать жильцам старых домов, выясняла Светлана Иловнарова. Лифтеры уже устали вызволять из застрявших подъемников жильцов дома номер 7 по улице Взлетная. Девятиэтажную малосемейку построили в 80-м. Тогда же установили лифт. 36 лет спустя сквозь этажи ездит все та же кабина. Ломается по нескольку раз в день. Раисе Анатольевне идет 80-й год. Пенсионерка и инвалид второй группы. В своей квартире на 7-м этаже она как в тюрьме. Без лифта подняться домой невозможно. Бывает так, что я спущусь по лифту, а подняться уже он не работает. За хлебом вот рядышком схожу, прихожу, он уже не работает. Я сажусь на ступеньки и сижу, жду, когда придет мастер и отремонтирует. В этом году жильцам многоэтажки пообещали – лифт заменят. Новые кабины купят за счет средств фонда капитального ремонта. Там провели торги, но подрядчик ошибся в документах. В итоге Федеральная антимонопольная служба результаты конкурса отменила. И так в 6 домах. Еще в 27 конкурс даже провести не успели. В этом году менять лифты не будут точно. В следующем году при наличии плана они в план войдут. Сказать точно не смогу. Сейчас. Годовой бюджет регионального фонда капитального ремонта составляет около 1 миллиарда рублей. В городе изношено 70% машин, около 20 тысяч агрегатов. Стоимость одной замены – около 2 миллионов рублей. Получается, если фонд прекратит утеплять дома, ремонтировать крыши и коммуникации, словом, не будет финансировать все виды работ, денег хватит только на 500 новых лифтов в год. Мы направляли предложение и настаиваем на том, чтобы замена и ремонт лифтов выделялась в отдельную программу областного правительства. Потому что как это сделано в других регионах? Так поступили власти Новосибирска. Там уже заменили почти все устаревшие лифты. Для жильцов есть еще одно решение – копить деньги самостоятельно на спецсчете. Именно так поменяли свой лифт омичи, живущие в доме по Сибирскому проспекту. 2 года назад организовали ТСЖ. Спустя год собрали необходимые средства. На них установили современный подъемник. Было проведено собрание, жители дали добро. И после проведения освидетельствования лифтов у нас 6 подъездов. Мы выбрали самый плохой лифт, по которому больше всего нареканий было, и мы его меняли. Сейчас, чтобы заменить оставшиеся 5 лифтов, жильцы собирают деньги. И, похоже, их примеру должны будут последовать все, кто ждет помощи от регионального фонда. Иначе 2/3 лифтов в Омской области могут отключить из-за неудовлетворительного технического состояния. Светлана Еловнарова, Павел Ходынский и Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.